меня просят что-нибудь рассказать про Кольта Романца Волковыского. Я, короче, с Кольтом очень хорошо был знаком. Познакомились крытые первый раз, когда пришел я. Он там голодный пост был на 12-м посту, и хата была рядом. Они, короче, когда с работы их ведут, подбегали, кормушку открывали, из-за пазухи там закидывали все. Наум был очень хорошо с Кольтом, и Петруха Наум все передавал через Кольта хату. Они грели. Ну, так я привык, что Кольт. А потом я узнал, что в свое время у него, у Кольта друг был. И там что-то на коса лезил. Там, короче, там бродяги сказали, не место среди людей. И выгнали его в козлятник. Ну, Кольт говорит, если моему другу нет места тут среди людей, то вы мне нахуй не нужны. И тоже ушел, короче, в рабочку. Ну, так рассказывают. А как там было на самом деле, я не знаю. Ну, когда пришел я в Крытую, Петруха Наум был с ним в охуительных отношениях и поддерживали друг друга. Эту тему не понимали. Он тогда был, короче, на рабочке, там тарный цех. Короче, а потом уже я пришел после Крытой на Глубокой. И Коля Романец был в Глубоком. Ну, так общались. Он подходил, он был на раскрытой, а я в камере. Он походил под окно постоянно. Разговаривали. Ну, я знаю, он был женат. Наташа такая же, девчонка у него волковыская. Писал ему письма. Потом я освободился и поехал на могилу другу в Гродно поехал, а я же был в то время гражданство российское, я без надзора был, в России не было вообще надзора. Я, короче, был зарегистрирован там, это, в Великих Луках, короче. И все, ездил где хотел, куда хотел, без надзоров. Я, короче, когда ехал на Гродно, останавливался у Наташки. Короче, выпивали по 100 грамм, короче. И ехал дальше на Гродно. Общались близко там. И я все узнавал, что там в Глубоком, как у Коли взяла. Ну, знаю, что сам он родом из Конюхов был. Там деревня 10 километров от Волковыска. Конюхи такая. Ну, и вроде сейчас он там живет, доживает свой век. Ну, я не знаю. Я, короче, он тогда был в Глубоком. Я проездом, когда мы с Наташкой очень здорово общались, с его женой. А так я знаю, что у него дочка была, короче, у Наташки. И как там, что там, я не в курсе, не вдавался в подробности. И вот как-то относились, были такие теплые отношения. Вот, ну, знаю, он потом за наркоту сел, ему срок дали там большой. Ну, я не интересовался этой. Я просто знал, что там
ему большой срок дали.